спонсор данного выпуска – игровой канал Аля Марс, на котором вы найдете прохождение различных игр в уникальном качестве, рекомендовано к подписке. Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в симулятор дорожной бойни. Очень интересная игрушка, в которой у нас вот есть такая машина, которая, в принципе, управляется достаточно просто. Мы просто курсор вводим из стороны в сторону, в зависимости от того, на кого его надо наводить. Ай-яй-яй-яй, монетку пропустили. Значит, тут у нас могут, значит, такие вот бонусы выпадать, да, которые нужно подбирать обязательно. Но чтобы их подобрать, нужно на них прицелиться и как бы выстрелить по ним. Ну, стандартная такая ретро-технология, которая применялась во многих играх. Я уже не помню название некоторых, но я помню, что такая технология была. И смысл один и тот же, то есть тупо уничтожать противников и доехать до финиша. Вот, то есть, вот, к примеру, бонус был, мы его только что подобрали. И значит, нам нужно просто тупо доехать до финиша. Но, как правило, нашу машину будут уничтожать из раза в раз, но когда ее уничтожают, игра не заканчивается. Нам просто дают определенное количество денег, которое помогает нам приобретать новые апгрейды. Мы приобретаем апгрейды, и, соответственно, машина наша становится более смертоносной. Кстати, второй раз уже монетку пропустили, но на этот раз успели. Успели таки ее сбить. О, это был Камикадзе, наверное, который. Ну, окей. Все, наша машина доехала чуть дальше, чем в первый раз. Ну, просто я немножечко потестировал игру перед тем, как конечно же, делать данное видео по ней. Окей. Магазин. Так, и у нас есть $1200, которые я бы предложил потратить на апгрейд, может быть. Да. Только, честно говоря, я не понял, что этот апгрейд нам дал. А, он, наверное, прокачал по единичке. Или нет? Точно не знаю. Так, значит, апгрейды все достаточно дорогие. Некоторые даже заблокированы. А, ну хорошо. Хорошо. Так, случайно немножечко. Итак. Ну что, у нас здесь есть еще, правда, режим один, но я думаю, что он хардкорный очень и не особенно интересный в нашем случае. Поэтому мы просто будем уничтожать всех этих ублюдочков. Так, и ракета. Ракета почему-то не всегда своевременно используется. То есть, ну да, он стреляет, конечно же, ими и все такое. Так, во, успели монеточку взять. Конечно же, да, ракеты они стреляют, но факт в том, что они просто бывают по пустоте стреляют. Почему именно так это реализовали, я не понимаю, на самом деле. Как-то немножечко не камильфо, не круто совершенно. Но вот сейчас, да, сейчас ракета попала. Вот эти ракеты, как я понял, они очень эффективны при большом скоплении противников. И вот так. Вовремя мы подстрелили ту машину, тот пикап, по-моему, пикап называется, который вез на себе чувака с гранатометом. Тот, который с пулеметом сейчас, которого мы только что уничтожили, это еще более-менее нормально. Так, а вот этих вот с джетпэками, ребят, надо уничтожать сразу же и наверняка. Потому что они наносят много уронов, их много. Хоть урон, как правило, и маленький, но смысл один и тот же. Урон, он и в Африке урон. И сейчас, я думаю, мы с вами доедем еще дальше, чем в предыдущий раз, потому что мы машину покачиваем потихоньку. И знаете, как бы не вышло так, что мы просто тупо левел-ап машине делаем, и поэтому она у нас доезжает еще дальше положенного. Нет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, по-моему, мы рекорд немножечко побили свой. Замечательно. Ох ты. Так, ну, количество долларов у нас, я думаю, хватит для того, чтобы прокачаться. Так, апгрейд у нас стоит 2000, поэтому нет, нам еще надо будет сделать один заезд, я думаю. Так, что этот значок значит? Вот у нас машинка снизу, там какой-то значок у него блестит синенький, восклицательный знак. Не понимаю, это возможность апгрейд сделать, что ли, какой-то? Получается, да. То есть здесь, наверное, несколько машин всего, да? Которые можно в своих целях каверзных использовать для уничтожения всего и вся, что катается по этой дороге. Ну, сейчас как-то более все продумано получается. О, монетки давайте, ублюдочки. Ублюдочки нам дали монетки, прекрасно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, во.
шикарно. То есть теперь я более-менее понимаю, как эта игра функционирует. То есть надо в прямом смысле слова наводить курсор на машины. То есть не просто направлять, скажем так, траекторию выстрела, да, а именно наводить курсор еще. И причем задерживать курсор до того времени, пока противник не будет уничтожен. Вот только так. Шустрые вот эти пулеметчики, ой, пулеметчики, джетпатчики. Там называют джетпатчики, они шустрые, они отвлекают. Они очень, очень сильно отвлекают. И вот эти вот мужики на снегоходах, они как камикадзе порой выступают. То есть тупо крут на нашу машину, пока не взорвутся. Что очень сильно жрет наше здоровье. Очень-очень сильно. Так, это что это было? Мы какую-то ворону, что ли, слили? И почему-то, когда вот эти, мы встречаем пулеметчиков, мне кажется, что я попал в фильм «Правдивая ложь». Ну или в Call of Duty Modern Warfare 2. Там тоже было много эпизодов. Точнее, немного эпизодов, по-моему, один или, может, несколько, где нам давали снегоходом поуправлять. Вообще забавно, конечно, очень. И некоторые бонусы, вот зелененькие, например. А, это здоровье. Слушайте, тут еще лечиться можно, да, получается? Сколько их тут, а? Вот, сейчас мы однозначно уже доехали гораздо дальше. Гораздо дальше доехали. Получили прогресс гораздо больше, чем раньше успевали. Ух ты, нифига себе. Слушайте, сколько бонусов-то. Прекрасно. Давай. Так, далее. Далее пулемет, что ли, прокачать? Не знаю. Давайте пулемет прокачаем. А еще раз пулемет прокачаем. Ау. Так, понятно, у нас не хватает немножечко. Хорошо, хорошо. Все, тогда поехали. Я думаю, сейчас мы им надерем жопу. Только так. У нас теперь пулемет шпарит офигительно. То есть фактически чуть ли не как семечки их уничтожает. Это реально круто. Потому что я думаю, что врагов больше не будет. Здесь, наверное, игра действует по принципу, чем дальше ты заехал, тем больше врагов у тебя будет, тем больше тебе нужно ботов уничтожить. Наверное, как-то так. И это очень прикольно, на самом деле, скажу, потому что игрушка, несмотря на всю свою простоту, достаточно динамичная. И вот, как бы, поэтому удерживает около себя. Вот реально хочется в нее играть, хочется в ней залипать, потому что она действительно обладает неким шармом. Ну а шарм, конечно же, не просто так берется, как известно. Шарм, как всегда, как это принято, везде появляется откуда-то. Здесь шарм появляется от динамичности. То есть игра динамичная, игра веселая. Это очень прикольно. Правда, единственное, что мне не очень нравится, что она немножко однотипная. То есть локации и противники одни и те же. Ну, может быть, у них, конечно же, разные скины, но в общем и целом ситуация одна и та же. Ну и теперь я понял хотя бы, что зелененькие значки, это у нас непосредственно лечилки. Вот эту тварь надо сразу уничтожать. Потому что вот эти ракетчики, они реально опасные парни. Вот, еще не забываем бонусы брать. Бонусы на мой как пригодятся, друзья. И нам бы сейчас лечилку найти, вот вообще было бы бесподобно. Так, и мы уже фактически доехали до места своего последнего рекорда. Так, сейчас бы ракету нам. Сейчас бы нам ракету. Хорошую причем. Не знаете, какой вопрос интересен? Почему наша машина не врезается в обломки тех машин, которые мы уничтожили ранее? Так, и ребята, пора бы уже лечилку давать, слушайте. По-моему, небольшая наглость. Лечилки до сих пор нету. Причем как-то странно. У нас ракета летела над нами сейчас, да? Так. Эй, не так быстро. Пускай какой-то диалог, в общем, идет. То есть тут еще как бы по сюжету
все идет. То есть, получается, у нас новая локация будет дальше. Скорее всего, да, слушайте, это реально круто. Так, следующий апгрейд на 4000 идет, поэтому его неэффективно. Можно взять Джессику. Джессику можно взять. А у нее как вообще, какие характеристики? Я думаю, у Джессики характеристики еще более крутые, чем у нашего персонажа, но мы пока его будем качать. Вот так, прекрасно все. Ну что, попробуем теперь с прокачанным. О, понятно, то есть у нас теперь несколько. Вот это вот реально круто, когда действительно есть повод прокачивать все машины. А то я думал, что здесь будет как в одной из игрушек, похоже. Там нужно было тоже кататься на машинке и всех уничтожать туда-сюда, направо-налево. Так, самолет. Самолет не надо. Хотя это даже может не самолет, скорее, а аэроплан. Потому что он маленький. Но пускай. Не надо. Так, ну снова здорово. Слушайте, они реально опасные. Они бомбы сбрасывают. Причем все летит на Джессику. Да. Джессика, goodbye. Ох, теперь они все равно будут в нашей тачке хавать. Нифига себе. Так, давай вот этот самки не успели уничтожить. О, что-то вообще результат какой-то отстойный, слушайте. Пульсген. Ракета. Не знаю, слушайте. Давайте прокачаем, что ли, ракета. То есть с каждым разом у нас ракеты все чаще и чаще вылетают, да? Так, Джессики можно что-то прокачать? Нет. Джессики пока что ничего не можно. Хотел сказать, Джессики пока что ничего не можно прокачать. Пока что нечего прокачивать Джессики. Абсолютно. Так. Нет, просто реально из-за этих аэропланов очень впечатление портится. Они очень такие нахрапистые. Тут просто нужно тупо бомбу уничтожать, когда они их бросают на подлете уже. Чтобы Джессика подольше выживала. Это я не успеваю. Нет, тут можно, в принципе, все делать. Ау-вау-вау. Так, подождите, что, все? Что-то Джессику быстро вообще вынесли, по-моему, еще быстрее, чем в предыдущий раз. Да реально еще быстрее. Офигеть. И с чем это связано? Говорят, нам дали такое же количество денег. Что немножечко как-то поразительно, но ладно. Так, Time Compressor. Ерунда, давайте апгрейд сделаем. И прокачаем ей оружие основное. Все, поехали. Я думаю, что нормально будет вполне. Сейчас мы их хоть как будем выносить всех. Просто на раз-два. Ребятушки, готовьтесь, вы будете слиты. Вы будете слиты нещадно и быстро. Вот ее вот эта энергетическая сфера или бластер, не знаю, это херь, которая нас стреляет, в общем. Она, походу, хорошо блокирует все снаряды, которые самолеты пускают. Ау-ау-ау-ау. Осторожно. Слушайте, вот это реально хардкор был. Воу. Это было сложно. Я даже не представляю, как тут можно, в принципе, все сделать правильно, когда в таком случае. Так. Пульс гаун. Мне кажется, нам Джессику надо прокачивать все-таки. Давайте. Ее вот эти энергетические сферы нам ой как пригодятся.
Причем у них урон с каждым разом становится все больше и больше этих сфер. Конечно, было бы, знаете, что прикольно, если бы разработчики уделили такой мелочи, как задний фон, больше внимания. Потому что наблюдать на заднем фоне сплошные горы до линии электропередач, ну или, проще говоря, лэпа, не самое веселое, что может быть, скажу я вам. Да, до свидания. Так, ребята, вы слушайте, вы не борзые? Как вы продержались? Я офигею. Во-во-во-во-во-во-во. Да блин, все равно Джессика слилась. Да ё-моё, вот эти аэропланы, они жесткие просто, жестят. Жестят нереально. Причем мы даже рекорд не побили. Хорошо. Так, ну, Джессики пока рано прокачивать, на самом деле. А вот апгрейд можно сделать. Да. Можно и нужно. У него появился acid gun какой-то, я не знаю, что это такое. Ну, наверное, что-то крутое. Есть у меня такое подозрение минимальное. Вообще шикарно. Пока что всех выносит на раз. То, что нужно. Ну, без врагов у нас не останется. Тупо курсор наводим. И они у нас сливаются по-быстрому. Только так, если... О-о-о, это случайно. Случайно курсор навел не туда, куда надо. Хорошо. Так, денежку не забираем. Не забываем денежку собирать. И аэроплан в первую очередь надо сливать. Да вы задолбали, слушай. Они реально задолбались этими аэропланами. Вы понимаете, что вы творите? Вы уже надоели. Разберемся с вами со всеми. Во-во-во-во-во. Лечилка. Еще одна. Так, ракетчиков выгодно выносить так. Потому что у них есть лечилка. А лечилка это очень круто. О-о-о. Вот профит. Профит какой-никакой. Так, значит, что мы сделаем? Мы ей, значит, за пятихатку. Да, за пятихатку. И себе за пятихатку сделаем штуковину. Прекрасно. Ну, теперь попробуем, проверим, что получилось из этого. Вот сразу монетку дали, прекрасно. Не, я думаю, мы сейчас так закачаемся, что он не покажется. Вообще, конечно, игрушка рассчитана на любителей... Гринда. Ну или гринда. Гриндилка, короче. Жанр такой новый достаточно. Особенно он укоренился после выхода игры Borderlands. Там нужно было... Ну, многие, наверное, играли в Borderlands. Называется тупо уничтожай мобов, получай за это бонусы, прокачивайся и пройдешь тогда игру дальше. А без прокачки никуда. То есть особенно не задумывайся, просто прокачивайся и все. Заговорился, конечно, и много-много урона хапнул. На чем? Причем я полечиться почти успел. И все равно это как-то не особенно помогло. Окей, окей. Так, дальше. Что можно прокачать? Джессики. Джессики. Нужно что-то качать. Time Compressor. Ой, не знаю, что такое этот Time Compressor. Энергетический щит. Энергетический щит. Давайте защиту поставим от ракет. Или это штука, которая уничтожает ракеты. Не знаю. В общем и целом, смысл один и тот же. Давай, поехали. Сейчас пока что мы разогреваемся на разогреве, так сказать. Но мы уже, в принципе, готовы. Готовы всем поворовать гланды вместе со всеми остальными частями тел. Вот, на тебе, падла такая. То есть, да, это, походу, перехватчик ракет. Ну, или вот этих вот бомб, которые аэропланы сбрасывают. О! От мужиков надо валить в первую очередь. В первую очередь, которые
бочки скатывать, потому что они такие вроде бы безобидные, как может показаться, а на самом деле ни хера. Еще те опасные перцы. Так, давай, до свидания, аэроплан. О, вот теперь уже гораздо круче все пошло. Потому что начали прокачиваться как положено. Надо было изначально такой уровень делать. Прокачки, стратегию, в общем и целом. А то что-то как-то расслабился я совсем. Так, мы снова себе здоровье. Снова себе здоровье восстановили. И снова. Так, почаще бы у нас такие бонусы вываливались. Ну и мы уже на самом деле свой рекорд точно побили. Так, 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 где-то. Вот, да, вот эти мужики нехорошие, лысые. Лысые мужланы. Вонючие, страшные. Которые умеют только скатывать на дорогу. Жуткие взрывные бочки. Так, ребята, полегче. Слушайте, отлично мы так. Рекорды бьем. Воу, воу, это что это за трактор такой тут? Наверное, из симулятора заблудился, из симулятора фермера. Нет, так, мы его уничтожили. Замечательно. Так, нам теперь полечиться. Замечательно, вот. Главное, все бонусы успевать собирать, потому что они реально дают большой плюс. И чувствую я, что прокачаемся мы с вами знатно после всего этого. Ой, как знатно. Так, не надо, не надо. Почему вот этот вертолет, который упал, он не нанес никакого вреда другому машину Тревор? Понятно, это еще один попутчик, значит, на нашем пути, да? Который с нами пойдет. Так, ну чё? Значит, этим будем средство, которое ракеты перехватывает. А это вообще закрыто, да, получается? Так, апгрейд ему делаем. Еще один апгрейд ему делаем. Давай-ка вот сюда вмажем в миниган. Замечательно, поехали. Так, ну теперь у нас просто термоядерная смесь. Воу, 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 воу. Что-то только сейчас я обратил внимание на эти суперспособности, которые реально дикие. Дикие-дикие суперспособности. Сейчас чувствую я, что мы их зря с вами. Так, ран, ух ты ж. Так вот. Прекрасно вообще. Вот сейчас мы наносим уже капитальный урон. И идет реально бойня. Просто реально бойня. Аккуратно. Я, конечно, как всегда, слоу-пок. В самом последнюю очередь заметил, что есть штуковина, восстанавливающая энергию наших наших заклинаний, нет, не заклинаний, наших способностей. Ох ты уж, блин, ты же зажестили, ребята. Какая-то там уже жесть пошла капитальная просто. Окей, значит, что мы там прошопить можем? Так, Gravity Gear. Так, у тебя энергетический щит. Давай тебе миниган прокачаем. Прекрасно. Поехали. Пока что, в принципе, можно обойтись без способностей. Просто тупо валить их, короче, направо и налево. И вот этот зелененький значок, он не просто является лечилкой, это как бы значок, отображающий ремонт, то есть у нас машина восстанавливается спустя какое-то время.
Ну, я думаю, вот этот мы грузовик сейчас по-быстрому завалим. Да. Справились. Их нужно будет использовать, когда жизнь падет капитально. Пока что еще можно. Можно сражаться. Вполне так. Ничего такого от этого нету. Вот, вот теперь. Теперь надо все это дело просто тупо палить ковровым огнем. Или как называется это? Атака такая. Массивная. Так, давайте нам восстанавливать способности, товарищи. По-моему, здесь мы в предыдущий раз остановились. Они как раз начали нас выносить под капитально просто. О, прекрасно. Так, этот самолет, аэроплан, не знаю, что это за сарделька такая летающая со слотом. Который реально спамит. Так, минус один. Вот это жесть, друзья. Даже в игре FPS начал проседать капитально от такого накала страстей. Происходящего безумия на квадратный метр. Да, хорошо. Хорошо, что у тебя есть. Что мы у тебя еще не успели апгрейдить ни разу? Вот это мы с тобой не успели апгрейдить. Так, у тебя много еще не успели апгрейдить, да? А давай вот так. Хорошо. Поехали. Это, конечно, шпарить теперь нереально. Каждый раз с новой контрольной точки, что очень четко. Правда, не радует особенно тот факт, что все время все линейно. То есть враги, по-моему, фиксированно появляются одни и те же. То есть можно заранее предугадать, когда будет такой противник, что не очень круто. Совершенно причем не круто. До свидания. Давайте вот эту зеленую дрянь вынесем. Вынесли. Великолепно. Алло. Так, сволочи, они достали уже, реально. Вот так. Устроили им тут бойню, конкретно бойню. Вообще это эпично. Вертолёты, да, их надо вывести однозначно. Быстрее остальных. Ну. Лечилки. Вот. Так. Вроде успели. Чутка. И подлечиться, и все остальное. Так, ну здесь, конечно, машину надо в первую очередь уничтожать. Арарай. Давайте восстанавливайте на способности, гнида. Потому что без способностей вообще не камильфо. Нам надо успеть восстановиться. Гниды. Ну. Не успевает восстанавливаться. Не успевает так быстро восстанавливаться, конечно, все это безобразие. Но зато мы получили много-много бонусов. Так, пульсган. Ага. Далее у тебя. Ага. У тебя что есть такого полезного? Нет. Окей. Ничего. Конечно, тут, наверное, до финала далеко. Но общий смысл, то он понятен, сразу становится. Вот, прекрасно, отлично. Вон эти монетки собирать, и все, шикарно будет. Причем, как я понял, вот эти синенькие значки, они не сразу восстанавливают способности. А так, как-то непонятно совершенно.
По-моему, мы ракетчика вынесли только что. Ну. Вау, 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 вау. Полегче, полегче, ребята. Уничтожайтесь. Быстрее. Так, давай. Вертолет мне повезло, не успел вылететь, но его снесли. Так, 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 так. Фокусируемся на этой дряни. Да вы что, шутите, что ли? Не надо, не надо. Вот, правильно. Вертушки снесли, это хорошо. Теперь надо способность восстановить. Причем, как я понял, лучше сразу все способности не использовать. Эффективно никак. Ну. Вот. Мужиков-то этих выносите, короче, первыми. Нереально самое опасное. А на летающую шваль лучше внимания даже не обращать. На монетки лучше обращать внимание, которые проявляются. Во. Хорошо, шикарно. Останавливаемся. Так, 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 так. Всю эту срань под корень. Под корень надо выносить. У нас опять трактор пошел. Прекрасно. Срочно нужно восстанавливать. Срочно. Обязательно. Вот, осторожно. Осторожно, мать вашу. Давайте, ёлы-палы. Бонусы. Ракеты дайте восстановить, гниды. Ёлки, бля. Не дали восстановить ракеты. Дали восстановить ракетами, смальнули ракетами, и получилось бы вообще шикарно просто-напросто. О, у нас уже такая конкретная прокачка, да, пошла. Окей. Так, сейчас вот так вот сделаем. Так, так. Пускай будет вот таким вот образом все прокачано. Тебе можно что-нибудь закачать? Да, можно. Че, попробуем с такой тактикой. Не знаю просто, что получится, но я думаю, что шмалять будем. Потому что FPS сразу же никакущий стал от такого количества диких-диких апгрейдов. Что абсолютно удивительно. Но я этому рад. Пускай FPS так себе, но зато у нас какие возможности. Теперь всю эту шваль валим на раз-два. Так, чувак, вылезти еще не успел толком. А, нет, успел. Успел даже стрельнуть пару раз. Не надо так. Не надо так поступать, друзья. Мы же с вами так не поступаем, если вы бы не поступали. Если бы они нормально бы ехали, бы никому не мешали, то ничего бы с ними не было. Но нет же, надо повыпендриваться, правильно? Так, знаете что? Тут уже нужна тяжелая артиллерия однозначно. По-моему, мы немножечко неправильно прокачались. Мягко говоря, неправильно. Ну да, точно. Не шибко правильно начали прокачку. Но не суть как важно. Хотя, на самом деле, система прокачки достаточно странно распределена. Да, FPS, конечно, вообще офигенный. Окей. Окейшки. Да. Что ж, друзья, такая вот интересная игрушка. Надеюсь, вам данный выпуск понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.